Бомбически. My name is Boris. Ты на ютубе. Косячок обнаружил, что нового мотоцикла, блин. Не забудьте заправить бензин. Это важно. Она как услышала, особенно мой выхлоп, она сразу обратно побежала. Твои кроссовки подходят под твой мотик. На которых можно просто тупо навалить по прямой. Да, ребят, еще не покатаешь на улице, хоть и солнышко, но везде лед, снег. Тем более, что мотоцикл еще вот в таком состоянии. Мотоцикл еще в таком состоянии, надеюсь, его скоро соберу и покажу вам, что получилось. Ну и многие знают, что у меня есть второй игровой канал, и я прожженный геймер. Поэтому, ребят, зову всех в гости, давайте вместе покатаем в танке. Тем более, что в игре World of Tanks отгремело великое обновление до версии A1.0, которое полностью поменяло ее внешний вид, улучшило графику, повысило качество звучания и добавили одну новую карту, 29 переработали в HD качество для эпичных танковых замесов. Короче, если вы думаете, что видели все, то вы определенно не нащупали это обновление. Ссылка будет в описании, жду всех. Костян, твои кроссовки подходят под твой мотик. Да, вообще, найс, фотка. Весь район выходит, когда мы заводимся. Поедем в магаз, сходим. Беру компик, перекину файлы. Две полные карточки наснимал. Будет что зимой делать. Сегодня чуть-чуть попрохладней, но все равно хорошо. Вот в таком экипе нужно катать, ребята. Каждый уважающий себя байкер must have этот экип. Да ладно, мы едем в магазин, ёптик. Быстренько, пока еду здесь, попробую что-то рассказать. Потому что больше видосов будет все-таки, где музычка и просто покатуха. Ну а суть Швеции в чем? Что здесь есть автобаны, на которых можно просто тупо навалить по прямой, но в этом нет большого кайфа. Да, пару раз прострелов сделать, там 2.9, у кого как мотоцикл литровый, там 2.9 едет, 600-ка 2.5, 2.6 где-то. А так, конечно, сама суть Швеции в том, что здесь дороги с поворотами. Здесь реально много заряженных тачек. Вот смотрите, Нюрнберге, да, или что там. И в этом весь кайф этого. Например, у нас, в Латвии, по крайней мере, у нас нет таких дорог с поворотами, горочками. Да, все красиво. Там ты едешь и все время думаешь, фоторадар, дорожники. Здесь все-таки, если ты не беспределишь жестко, да, нормально катаешь, то дорожники тебя не будут трогать. Копы не стоят за каждым поворотом или на каждой трассе. В основном они сконцентрированы в городе. За городом более спокойно и культура вождения хорошая. Вон чувак показывает обгонять его. Я видел.
Опа, я включил аварийки, такого не надо делать, ребят, когда вы где-то за границей. Потому что это у нас там принято аварийки, сказал спасибо. А здесь это типа сломался, и все по тормозам могут жестко дать. Ну, по крайней мере, в Германии я знаю, такая фишка есть. Обратите внимание, забор, чтобы звери не выбегали. Правда, вчера мы ехали в одном месте, не было, конечно, забора, потому что это второстепенная дорога была. И бежала косуля, и такой крутой видон, жалко, камеры не снимала. Но она как услышала, особенно мой выхлоп, она сразу обратно побежала просто, и все. Так вот, эти фоторадары установлены в одном пункте, в следующем пункте, короче, через отрезки. И тем самым они могут высчитать, с какой скоростью вы двигались. И, короче, берите этого внимание, если что. Так как на самом деле штрафы огромные, но полиция тут более толерантно относится к мотоциклистам. Дорога, а не думать о ямах и о патрулях. Постоянщикам. Пацаны, запомните этот момент. Бензин закончился. Паша замерз. Короче, чуть-чуть не так, как мы распланировали. Сана must have hike. Замерз чуть-чуть. Костян, с яйцами все нормально? Да, замерзли, пиздец. Ребят, вот здесь незапланированная поездка. Просто шикарно. Вот, мы заехали в этот Розенвилл. Здесь все байкеры тусуются, мотоциклисты. Бэхочка, Триумф красивый. Сейчас их маловато, да. Вон Джика литра едет. Здесь кофе пьют. Ладно, мне тоже надо заправиться. Зато как управляется в поворотах, самое то. Я даже не знаю, нужна ли мне 750-ка или не нужна. Я буду думать, как приеду обратно. Еще 600-очка у нас. В компании 3 Джиксера, 2 Хонды, Кава. Руки у меня вообще не болят, если правильно управлять мотиком, руки не забиваются, спина не болит, колени не болят, короче, чувствую себя очень хорошо. Старайтесь, конечно, ездить в шахматном порядке, договоритесь с группой, как вы будете катать. Например, едете по дороге какой-то, бац, кто-то потерялся, вы знаете, что группа уже притормозит где-то, или конечный пункт. Конечно, имейте связь, старайтесь иметь связь, да, по телефону или... Ну да, по телефону больше никак, интернет хотя бы, если есть. Не забудьте заправить бензин, это важно. И вот мне кажется, что здесь, в Швеции, 98-й намного лучше, потому что Джика стала отзывчей, как я залил здесь 98-й. Насчет еды, в принципе, если выбирать, что покупаешь, не все так дорого. На 4-3 дня нормально можно прожить. Поезда вот такие скоростные есть, капец какие. Ну что тут за... Порнография! Полицейские машины здесь в основном Volvo или бусики. Volvo, универсалы. Помните то, что у них есть вертолеты? Они вызывают вертолеты. У нас, блин, нет вертолетов, зато у нас на каждом углу патруль. И много нетрафарированных. Здесь много заряженных тачек. И все вылезают в основном ночью. Ночью и катают там по этим туннелям и скоростным дорогам, скажем так. По этим извилистым, ну сейчас мы просто едем тупо в магазин, по извилистым дорогам лучше катать днем, конечно. После 5-6, когда все уже разъехались, по домам отдыхают,
обязательно поедем по одной дороге, где катал Ghost Rider, да, этот знаменитый беспредельщик из Швеции. Это одна из излюбленных дорог мотоциклистов. На канале обязательно будет видео с этой дороги. Давай, эти кадры надо вообще спрячь их потом. Не, не спрячь никуда. Это там убирают, пип-пип, так, я не буду ничего убирать, это самые настоящие эмоции, вот, искренние что, эмоции. Что там, просто. Позоришь, жмат, не ругаемся. Ну а что такое, это жиза, жиза, братва. Да, конкретно. Вот сейчас смажем тут. А, у нас все по плану, кстати, сейчас у нас все по плану, да. Сейчас. Уже опаздываем, 4 часа пограть, 3 часа. Братан, ты что делаешь? Ты на ютубе. Косячок обнаружил, что нового мотоцикла, блин. А вы что, братки, делаете? Так, чтобы все. Пацаны, что делаете? Мы рвем простыню Сталинка. Пацаны, мой моцик смазали, красавцы. Давайте следующий теперь. Не забывай подписаться на мой инстаграм, там вся важная движуха, самые последние новости. Стоп, ссылочка, ребят, в описании, как всегда. Эмоции фоткают. Самый красивый. Да, попробуем. Помните этот момент? Борис. Your English is perfect. My English? Yes. My name is Boris. А вот и магазин. Цены нормальные. Главное смотреть, что покупаешь. Иначе будет попочка. Сегодня купил себе новую защиту шеи. Офигенская. Блин, 20 евро с фондом. Местный байкер. Тусовка местных байкеров. Поедем жрать мясо сегодня. Что у меня голос подсел. Я вчера так кричал. По ценам скажу нормальным. С каждого десяточка взяли очень много мяса. Стейков взяли. Один стейк где-то получился 5 евро. И завтра будем катать. Немерено просто. Точно голос подсел у меня чуть-чуть. Все с рюкзачками. Вот у них, видите, такая маркировка везде. Желтая, синяя. Просто шведы любители сами смотреть за порядком и звонить куда надо, если что-то не так. Так что здесь быстро узнают, что, где и когда. Это факт. Если вы что-то знаете хорошее про Швецию или плохое, напишите в комментах обязательно. Я уже чувствую, мясо жрали, да. Сегодня вечер стейков. Такие вот стейки. Бомбические. Я не помню, когда последний раз стейк кушал. А вот главный шеф-повар. Он сказал, что умеет стейки делать. Что я сказал? Стейки умеешь делать. Да, я сейчас забомблю такие стейки. Ну все, готово уже? Уже майонез. Ни хрена! Уже посмотри, уже все готово. Все готово и запаковал уже. Молодец какой. Стейки, курочка. Такая. А вот это вообще какая-то офигенская. Вырезка, наверное, свинячая.
Такое. Начинаем видео. Подожди, подожди, надо. Подожди, Денис. Скажи что-нибудь, прокомментируй. Okay. Спец по стейкам. Как стейки? По виду нормальный. Откуда брали стейки? Устась, Билл. Так сразу не скажу, по-моему, из жопы. Из жопы стейки. Отрезали. Стейки из задницы, что ли? Да. If my life was such a mess, I wouldn't be you. But I woke up to yet another morning. Out of the blue, you went and I was left behind. I know you found your peace of mind. Видос, то подписывайся на канал и бомбани колокольчик, чтобы не пропускать ни один мой видос, получать все уведомления, и ты не пропустишь. И подписывайся на мой второй канал, где я провожу игровые стримы, и мы весело общаемся с ребятами в чатике. Всем отличного дня, отличного настроения, всем спасибо, всем пока. Все ссылочки в описании. Читай внимательно.